Закрепить сознательное отношение к личной и общественной безопасности и научить правильно себя вести в экстремальной ситуации призвана школа общественной безопасности. Региональные соревнования под таким названием стартуют 24 августа на базе оздоровительного лагеря «Юбилейный». Юношам и девушкам от 13 до 16 лет предстоит соревноваться в пожарной эстафете, выживании с элементами поисково-спасательной работы и в различных силовых упражнениях. Подростки к участию допускаются подготовленные перед тем, как попасть на соревнования региональные, они должны были стать лучшими в своем муниципальном образовании. Приглашаются все команды от всех муниципальных образований, то есть от 3 городских округов, 24 муниципальных районов. Но в настоящее время, конечно, к сожалению, участвуют у нас еще не все районы. Пока вот у нас только 15 заявок, то есть 15 команд. Принимают команды младшего возраста, младшей группы и старшей группы. Младшие это 13-14 лет, старшие 15-16 лет.